Прямая линия с жителями Магадана прошла в мэрии города. Ее провел глава областного центра Юрий Гришан. Первый звонок поступил от жителя поселка Сокол. Мужчина спросил о том, как получить сертификат о пройденной вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Чтобы решить проблему магаданца, глава города связался с руководителем медико-санитарной части авиамедицина в поселке Сокол. Давайте так, вот Валерий Рафаилович предлагает вам подойти в авиамедицину, это главный врач у вас там. Если вы сами не можете зайти в личный кабинет на госуслугах, он поможет вам зайти в личный кабинет, а так вообще выдают только справку о прививке, но не сертификат. На прямую линию обратились магаданцы с проблемой ремонта дорог. Жителям мешает участок бордюра, который ничем не присыпан. По словам обратившегося магаданца, пыль из разрытого участка летит в окна квартир. Ремонт тротуара временно приостановлен. Глава областного центра нашел решение этой проблемы. Мы ведем действительно ремонт на улице Наровчатова. И это сегодня, ну да, хоть и мы ездим, но это строительная площадка. И, к сожалению, там действительно очень много пыли, асфальта там нет, и водоканал разрыт здесь. Мы поручим подрядной организации, чтобы они занимались там обеспыливанием, и люди не испытывали на период ремонта, а он еще достаточно длинный будет, потому что улица где-то примерно полкилометра, и тротуары справа-слева, с тем, чтобы не было вот этих вот неудобств на время. Мы ремонтируем, но не должны люди от этого страдать. Напомним, прямая линия проводится еженедельно в понедельник, среду и пятницу с 14 до 17 часов. С жителями по заранее определенному графику общаются руководители управлений и департаментов, заместители мэра и сам городоначальник. Телефон прямой линии 62 50 65.